Готовим опару. В миску наливаем теплое молоко, сахар, дрожжи и муку. Все это перемешиваем. Накрываем и оставляем на 15 минут. Наша опара подошла. Добавляем яйца, масло, ванильный сахар, сахар. Перемешиваем. Постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто. Миску смазываем маслом. Оставшееся масло наливаем на коврик и вымешиваем тесто. Кладем в миску, накрываем и оставляем на 1 час. Тесто подошло. Вытягиваем тесто. Собираем конверт. Кладем обратно в
чашку и оставляем еще 30 минут. Наше тесто второй раз подошло. Нарезаем на части и формируем булочки. Накрываем полотенцем и оставляем на 5 минут. Пергаментную бумагу смазываем маслом. К желтку добавляю холодную воду и взбиваю. Тесто кладем на противень и смазываем. Накрываем и оставляем еще на 10 минут.
раз смазываем булочки. Сверху засыпаем маком и кунжутом. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 200 градусов до румяной корочки. Такие булочки у нас получились. Даем им остыть.